Ну что ж, 12 часов ровно вторник, честный обзор отелей Египта. И сегодня как раз именно то, что вы просили в комментариях. Алла Глыва сегодня о трех египетских отелях. Какие? Привет, всем здравствуйте. Именно то, что вы просили, Алла Глыва, то, о чем просили вы нас. Под последними видео была просьба поговорить про гостиницу Барселы Тиран и про Island View. Сьерру мы добавили, потому что это, ну скажем так, отель, мы о нем еще тоже не говорили, но о нем в третьем ролике. Начинаем с Барселы Тиран Шарм. Я так понимаю, просили об этом отеле поговорить, потому что как есть много плюсов, так и есть какие-то моменты, нюансы, о которых хотелось бы вам услышать. Итак, пятерка. Находится в конце Напка Бэй. Это первый нюанс, который хотелось бы прокомментировать. У нас уже все клиенты очень образованные, умные, все читают, смотрят YouTube. И звонят себе постоянно. Дорогие наши туристы, мы в эфире. Вы видите номер Аллы в титрах. Нам классно. Не могу поднять трубку. Хотите набрать, но у нас полчасика эфира и продолжаем. Сейчас у нас Барсела. Барсела Тиран, все-таки, да, перезвоню чуть позже. В итоге, территория отеля большая. Говорим, продолжу про Напку, о том, что в Напке все-таки вроде как и ветрено, но несмотря на то, что это достаточно проветриваемая бухта, ветреная точнее, этот отель находится как полукругом, и он вот все-таки уютно. И почему уютно? Сразу за отелем через длинный песчаный пляж, уже не отеля, а рядом есть пляж, на который можно, ну, дикий я его называю, называется Муса Бич, очень красивый. Я, кстати, не только когда в Барселе Тирана, в принципе, когда я отдыхаю в Напке, я люблю туда ездить, потому что там песчаный вход, кстати, такой же, как и в Барсело Тиране, но договорю, там сразу горы, поэтому не очень чувствуется ветер, потому что все-таки хоть как-то они защищают от силы ветра, скажем так. Поэтому Барсело Тиран не настолько страшен в зимний период, несмотря на то, что он в Напке. Пляж длинный, песчаный, тем не менее есть рядом кораллы для любителей, кто хочет покупаться. Соответственно, поскольку пляж, скажем так, комбинированный, есть очень много деток и, соответственно, детской анимации, исходя из того, что есть где детям покупаться на песочке и родителям поплавать, посмотреть кораллы. Анимацию очень хвалят. Эта гостиница, кстати, очень долго была достаточно спокойная. Да, спокойная, но сейчас все больше отзывов от клиентов о том, что очень активная анимация, с детками занимаются, в мини-клубе там какая-то волшебная девочка, дети не хотят уходить, вот мне даже называли имя, не помню, вот, и вот анимация здесь как-то поменялась за последние несколько месяцев, поэтому четко могу сказать, что если раньше я рекомендовала как спокойный отель, сейчас однозначно семейный с активной анимацией. Конечно, есть анимация тоже для взрослых, есть, безусловно, подогреваемые бассейны, отель сам по себе не старый на фоне многих других гостиниц, был построен буквально там, лет 10 назад, по-моему, 2008 года. Территория, несмотря на то, что не маленькая, там 90 тысяч квадратных метров, тем не менее она компактная, ну, выглядит компактно и она понятная, потому что бывает вот с большими территориями и непонятно, где там тут релакс-бассейн, за каким корпусом еще что-то, то есть либо корпуса как-то рассеяны. Гостиница достаточно понятная, вот что тоже очень многим нравится. Пока ты говоришь одни плюсы. Вот из минусов, я как раз с минуса начала, о том, что он в Напке, потому что это первый вопрос, когда предлагаешь эту гостиницу вот сейчас, в данный период, в зимний ветреный период, то она же в Напке, зачем вы нам предлагаете? Ну вот, поэтому я и объясняю, что в зимний период все равно рекомендую эту гостиницу. Вот в Напке есть несколько отелей, которые я рекомендую, потому что они находятся вот как бы полукругом бухты, и они не настолько проветренные. По поводу
Дальше минусов. Есть разные комментарии. Кого-то сервис устраивает, кого-то он не устраивает. Кому-то и за доллар не убирают, кому-то и без денег убирают. Ну, именно я имею в виду, хорошо, что нет претензий. Лежаки, есть вопросы, где-нигде есть там потертости. Вот. Если мы говорим про пляж, там в основном про, на пляже говорили, что есть лежаки не очень. Из нюансов таких, что вспомню, для меня, кстати, это тоже очень важно, я как-то раньше не замечала в отелях музыкальное вот какое-то сопровождение, но в одном из отелей, вот прямо мы были, где я в первую очередь обратила на это внимание, вот каждый день у бассейна была очень хорошая музыка, и после этого как-то вот замечаешь, в Египте есть такой момент, не только в этом отеле тоже достаточно старый репертуар музыки, при этом всем часто почему-то отели считают, что мы хотим слышать русскую музыку. Нет, не громко. Вот именно русскую эстраду. Вот они так решили. И очень часто вот такая музыка. А вот в этом отеле тоже был не один комментарий об этом. Хотя вроде как едут семьи и хотелось бы поговорить. Что касается номеров. Мне очень нравятся номера. Они достаточно просторные. Плюс в номерах есть утюг, чайник, гладильная доска, то есть это тоже есть не во всех отелях. Все-таки, если мы говорим про цепочки, а Барсело это все-таки цепочка, да, достаточно известная, то есть цепочки, которые с мировыми названиями, но там и намека на эти цепи нет. А здесь все-таки вот они стараются держать уровень, марку. По поводу еды... Был тоже момент, что немного, не сильно разнообразное, но очень вкусное. То есть есть что покушать и детям, и взрослым. Поэтому вот минусы, я не могу их доставать. Я пыталась, разговаривала с клиентом, что вам все-таки не понравилось. Вот. И из того, что слышу возражения какие, когда предлагаешь этот отель. Ну вот из минусов, если подсобрать, то то, что... Здесь, кстати, проводилась недавно реконструкция, по-моему, 2016 или 2015 году, но не всей территории, не всех номеров, поэтому ну, где-то могут быть замечания по поводу того, что есть какие-то потертости, но он не выглядит убитым. Вот это вот есть у некоторых отелей, они могут быть точно так же там 2008 или 2010 года, но очень изношенные, совсем без реконструкции, действительно выглядеть убитыми. Здесь нету такого, отзывы в основном у клиентов хорошие, и на вопрос вернулись бы ли вы еще раз в этот отель, есть четкий ответ «да». У меня есть еще один вопрос. Рекомендуешь ли ты этот отель? Ну, поскольку хорошие отзывы, конечно, я его рекомендую. Для кого? Тоже подчеркну еще раз, для семей, потому что последние месяцы хорошая анимация, есть детский клуб, песчаный вход, подогреваемый бассейн, то есть, в принципе, все то, и что покушать детям. То есть, это все те вопросы, которые задают, когда едут отдыхать с детьми. Сколько коштует? Сколько стоит? А сейчас я скажу, сколько коштует. Значит, вот на 29 января, неделя, 7 ночей, room sea view $908. Это два взрослых и ребенок 8 лет. Я всегда стараюсь брать среднестатистическую семью. Вот, ну вот за двухместный номер, в принципе, $736. То есть, как для этого отеля, это отличная цена в данный период на такой состав. Ребенок, как видим, по разницы по деньгам двухместный и одноместный платит только за перелет и размещается до 12 лет бесплатно. Поэтому рекомендую ли я Барсело Тиран? Да, и буквально через минуту говорим о следующем отеле. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Все достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hottour.com.ua. Добавьте сайт в свои закладки. Он вас еще не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить». Выберите из списка «Свой город». Выберите удобное для вас агентство. Заполните заявку или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха!